Restream.e. Congratulations. Я уверен, че вид сто миссага стада и вид рестрем чать. Лати, она бесплатна вроде. А не, пока нет желания. Hello. Интересно, они меня слышат, не слышат, если я говорю в командный счет. Ох, ничего себе. Ох, ничего себе. Жестко. Чел. Жестко. Я маги, можно, просто нужно иметь 100 уровень. О, ничего себе, у меня только 48-9. О, ничего себе. Чё это они так? Ай, лол. Ничего себе мы мазилы, просто вся команда мазил. А лол, не успел. Ой, как кусок какого-то хлама моя машина летела. Ну, правильно счел. Ого. Лати, а ты играешь в Rogue Champion? Прикольная. Нет. Игра почти как Valorant, но есть вид от третьего лица. Осуждаю Valorant. Valorant — это плохая игра. Valorant — это плохая игра, чел. Так что давай-ка без Valorant. Я у чела гол из-под носа забрал. Он хотел забить, я забил. А то вдруг он бы передумал. Да не забил бы. А я забил. Вот так-то, челы. Лать, почему же? Плохая игра. У меня из-за нее система сломалась. И когда я ставил Valorant, у меня система сломалась. Я маньяк. Они сделали так, чтобы не было твинков по трейдингу, чтобы люди не трейдились на нескольких аккаунтах. Ну, в принципе, правильно. Хотя, кто захочет, и сотый уровень набьет на 10 аках. И все равно будут твинки. Какой же я классный. Какой же я классный. Это я, кстати. Это я. Чел, лови. Лови, чел. Как же я красиво сделал. На. Просто красивочку закинул. Это было... Windows слетела, что ли? Программы перестали работать наполовину. Так что Valorant — это плохая игра. Соответственно, и та, которую ты сказал, значит, тоже. Я готов защищать наши ворота, ребята. Я уже здесь, я еду. На! Вот так-то. Вот так-то. Действуй, чел. Или опять мне? Ну ладно, ладно, ладно. Мне так мне. Мне так мне. Ладно, я все порешаю, ребята, не бойтесь. Ща порешаю. О. В принципе, нормально.
Давайте, давайте. Я возьму. Я возьму, ребята, не бойтесь. Все сделано красиво, все четко. Не надо бояться. Ха-ха-ха, ветеран здесь. Вот так-то. Мне аж нравится самому. О, чистая победа. Лади, может, ты вирус скачал? Если не в Эпике, то есть скан сайта, где нельзя качать Valorant. С Riot Games я скачал. Чел. Чел. Я с сайта разработчиков скачал. Так, мне нужна нетруха. Братуха. Так. Сейчас приму. Опа. Погнали, ребята. Действуй. Давай, ребята. О, быстро-быстро развивается ситуация. Дрифтуем. Опа. Берем нетруху. Братуха. Опа. Чел, действуй. Почти. Почти забили. Мне нужна нетруха, братуха. Так, спасибо. Помог. Опа. Так. Ну, мы, конечно, выигрываем. 7-0 в сухую. Как же мне нравится выигрывать. Просто пушка. Гол. Красивка. Вот просто красивка. Иха! Лати. Ну, я там же качал. Но она уже появилась в эпиках. Иу. Иу. Красиво. Не-не, Valorant это плохо. Rocket League хорошо, Valorant плохо. Гол? Это мой гол? Да лол, выбили. Мой гол выбили. Мог бы быть 9-й гол. Дрифтуха, братуха. Сейчас. Сейчас, давай. Я возьму челы. Сейчас. Оу, промахнулся. Ой-ой-ой, мог бы быть гол. Лати, ну я так скажу, Rogue Champion будет получше Valorant, а там графика приятнее и больше динамич. Не-не-не. Собратья Valorant'а это плохо. Я знаю, это точно. Это 100%. Что-то мы забить не можем. Так все хорошо шло. Лол, я хотел ударить, мне свой же выбил. Чел вообще какие-то. Чего у них началось? Вот что у них началось? Каждый из них засуетился, такой, надо забить, Вот что у них началось? Ну ладно, секунда, сейчас. Да, вот чел сам это понял, написал виноват. Да все уже, челы, все уже. Можно даже было двигатель не заводить. Да. Вот это была супер красивая игра. Супер best game. Вот это я красиво отыграл вообще четко. Как же я красиво отыграл. Просто пушечная игра была. Ты видел, как я играл? Это просто что-то было. Это было нечто. Это было просто нечто. Я играл так, как не играл никогда ранее. Я просто был на высоте. И просто что вообще это было, я сам не понял, но было красиво.